Раз-раз-раз. Всем привет. Довольно долгое время я скептически относился к Инстаграму. Все думают, что туда заливают всякие различные трэш. Фотки того, что люди едят на завтрак, обед, ужин. Фотки своих волосатых ног. Потом многие рекламные компании пользуются этой сетью, рекламируя свои уги, тем самым подписываясь на вас. Фотки своего фейса в ванной. Да, и такое бывает. Да, это действительно так. Туда заливают различный трэш. Но у некоторых людей есть действительно интересные аккаунты. И я хочу вам рассказать о них, поведать. Решил сделать вот такую вот рубрику. Кому это может быть интересно? Ну, наверное, каким-нибудь фотографам, либо людям, которые любят посмотреть на мир со стороны фотографии. Фотографии в Инстаграме удобно просматривать со смартфона при помощи установленного приложения. Мы с вами будем смотреть фотографии при помощи браузера. Инстаграм на самом деле очень увлекательная сеть. Некоторые люди реализуются как-то с помощью нее. Рубрику я назову, допустим, Инстатрэш. Такой будет некий своеобразный мусор в сети Инстаграм. Итак, попробуем сделать такой вот пилотный выпуск. Что получится, то и получится. Поехали! И первый аккаунт, который мы сегодня посмотрим, это будет аккаунт пользователя EncumberRaptor, который переводится как «обремененным желанием». Со мной сегодня Женя будет комментировать инстаграмки этого пользователя. Жень, поздоровайся! Да, всем привет! Из меня, правда, такой комментатор, как из медведя-балерина, ну, я попробую. Вот. На данный момент пользователь EncumberRaptor загрузил 104 фотографии. Первую инстаграмку, которую он загрузил, это было 3 декабря 2013 года. Вся фишка его инстаграма заключается в различных ракурсах, барьерах и препятствиях на жизненном пути. Давайте поподробнее рассмотрим какие-нибудь инстаграмки. Я уже некоторые посмотрел из них, и меня некоторые, в принципе, даже зацепили. А Женя, по-моему, ты не видел эти фотографии, да? Ну, ты да, же... первый раз. Вот, да. В первый класс. Женя вообще узнал, что с браузером можно сидеть в Инстаграме, просматривать фотографии. Вот. Ну, только сегодня узнал. Ну вот, давайте посмотрим, например... А, кстати, он первую инстаграмку... Нет, точнее, последнюю он уже подгрузил, вот это я еще не видел. Вот только что. Какие-то дети стоят, вот как раз барьер, и дети стоят на что-то лупятся. Опасный. Да, кстати, самое основное, что нужно смотреть у пользователя EncumberRaptor, это комментарии к фотографиям. Именно комментарии несут смысловую нагрузку к этим фотографиям. Давайте дальше посмотрим. Неожиданное сравнение. Дети, оказывается, тоже могут быть опасны, особенно если их много. Да. Вот, далее. На этой инстаграмке мы видим несколько машин скорой помощи. Главное, что это не катафалки и какие-то баулы. Но я уже тут здесь оставил комментарий, супер. И мы видим комментарий «упаковка», то бишь EncumberRaptor пытался дать намек на то, что здесь упакованы какие-то трупы. Катафалка, правда, не наблюдается. Видимо, трупы не вполне безнадежны. Можно вернуть к жизни. Да, ну, скорее тут не похоже. Не, ну какие-то пакеты такие наблюдаются, вроде похоже, я не знаю. Надо спросить у него точнее, что он пытался этим выразить. Может, там жертвы медицинских экспериментов. Возможно. Остатки. Да, вот. Давайте посмотрим вот эту инстаграмку. Здесь мы видим каких-то два снеговика, нарисованные на туалете, и мусорный бак. Волшебные снеговики вывезут вас мусор в любое время дня и ночи. Ты говорил, что это похоже на картинку из... Напоминает картинку из карточной игры Imaginarium, когда человек копается в помойке, и рядом с ним собака. Кто-то выливает в эту помойку кашу, и собака ее ест. Вот. Один снеговик напоминает этого человека. А что, там была такая картинка? Часто, в первом же наборе, часто встречалась. А я только один раз всего лишь, не один раз, а два раза играл в Imaginarium. Вот.
если кого заинтересовало, тоже поиграть, у нее довольно-таки интересная штука. Вот еще одна мне инстаграмка понравилась. Просто как-то интересно подобрал ракурс. Incumbent Raptor. Взял, просто наклонил немножко камеру, и получилось такой ракурс, что слон идет по столу. Вот, называется... Пуль. Не пуль, а путь. Он, наверное, немножко промахнулся, буквой Т. Назвал пуль. На самом деле, похоже на путь. Ну, путь, по которому идет слон. От края до края. Да. Вот. Наши так. Слоны везде пройдут. Что тут еще? Ну, давайте посмотрим вот эту. Так, на этой инстаграмке мы видим какую-то сливочную трубу. Нюхай клей. Как ты думаешь, что он хотел передать этим? Имеется в виду, что за границей фото есть то, что нам неизвестно. И, возможно, кто-то через эту трубу что-то нюхает. Похоже на клей, поскольку внизу находится пакет. Тонко. Да. Ну ты раскусил его идею. Кто там и что там. Я вот не сразу догадался, что с пакетом что-то связано. Ну ладно, ну ладно. Так. Год лошади уже скоро. Какие-то люди идут. А, люди идут без лошади. Межпонурные. Ну, год лошади уже скоро. Грустят. Точнее, он уже наступил. Да, вот придут лошади, и они как раз поедут вперед к светлому будущему. К своим мечтам. Так. Проезд-то запрещен. Проезд запрещен. Остается на лошадях. Так, далее. Open wounds. Какие-то, короче, колья загинаются вот такие вот дупла. И написано open wounds. Загнуты вниз, чтобы интересно. А обычно там была еще одна такая фотография. Ну, тоже какие-то преграды, вот. Видать, дерево. Сквозь дерево. Да, 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 да. Дерево проскочилось сквозь решетку, как бы прошло такую преграду. Ну, тоже есть какой-то такой сюжетец. Вот. Да. Да. Ну, вот здесь он из картошки фри выложил свой этот ник. Нейм. Новый. Характерное название, которое и дает название всему его. Обременять восторг. Вот, кстати, интересно, мне кажется. Грибки. Мы видим здесь кору дерева, на которой растут то ли мухоморы, то ли еще какие-то глюциногенные вещества. Обычно и древесные растут. Самый мелкий самый. А вот самый мелкий затесался какой-то щели подальше от всех остальных своих собратьев грибков. Похоже на тоста птички. Одна мелкая, но очень гордая птичка решила взлететь высоко. Так, выпьем за то, чтобы никто не отрывался от коллектива. Следующая инстаграмка. Вот. Здесь мы видим пожарную лестницу, которая в конце изгибается вот такую вот хрень. Не изгибается, как... Обрывается. Обрывается. И написано, что чувство обиды. Чувство обиды какое? То, что нельзя залезть на по этой пожарной лестнице. Фокусник. Так, грибки. Возможно, это месть какая-то за то, что нельзя. Я на тебя обиделся. Теперь ты туда не залезешь. Это похоже на то, как рыцарь должен достичь на башню своей красавицы Брундильды. Остров во сне называется. Видать, вот весь этот снег это сон. Не, это. Там жизнь. Прямо на футбольном поле. Да, футбольное поле это островок жизни. Точно. И он спит. До следующего сезона. Сам пользователь? И пользуюсь. Здесь мы видим какую-то дохлую птицу. Написано: люди хихикали, а я сдох. Жестокое фото, правда жизни.
Да. Все ходят, смеются, празднуют Новый год. Жестоко. Нечего сказать. Ну, хоть в историю попал. А какая, кстати, здесь может быть история? Ну, есть история. У него есть фотографии, его комментарии. Птица даже не знала, что попадет сюда. Что хотя бы они будут что-то сказать. А миллионы таких же пропали без вести. Да. А здесь осталась память. Да. В виде фото. Так, что еще можно здесь посмотреть-то? А вот. Живой инвентарь. Ну, на коноплю не похоже. Видно алоэ листья. Вот это алоэ? Да. Да, кстати, алоэ очень полезно. Шипастый. Полезно при заживлении ран. При всяких абсцессах, там еще каких-нибудь штуках неприятных. Инвентарь — это какой-то инструмент для чего-то. Ну, наверное, имеется в виду алоэ. Типа да. Алоэ — это инструмент для заживления. Так. Вот это что здесь? Зато со стороны я красивый. Так, будем теперь размышлять, чем же, что же имел в виду пользователь? То есть сам по себе он никто. Кто сам по себе он отвратительный. Зато если посмотреть со стороны, то красавец, просто слов нет. А кто имя? Джигит. Кто? Он. Кто? Тот, кто написал эту фотографию. Глубокомысленная фотография. Так, здесь что мы видим? Обход, обход. Высоко ценить. Ну, сами по себе барьеры наставлены высоко. То, что их ценят, очевидно ценят. Раз их нужно обходить, просто так не пройдешь. То вдруг сломаешь, не ровен час. Так, это мы не будем смотреть. С кляксой, вот так. Мое проклятие. Так, здесь надо очень сильно приглядеться, чтобы понять, что-то вообще, что хочет, хотел он передать. Может, ему позвонить? Это похоже на то, как защищают растения от морозов. Почему проклятие? Как думаешь? Проклятие, морозы. Похоже морозы на проклятие. Надо. Ну это каждого проклятия, каждую зиму такое. Надо этим еще подумать, кстати. Вот, кстати, довольно негативный. Очень взгляд. Концептуально. Дешевое острое ощущение. Ну, дешевле некуда. С одной стороны, просто вот фотографии, вот если вскрыть, взять комментарии. Обычно какие-то колья торчат из-под снега. Оказывается, это может быть острым ощущением. Мы-то не догадывались. Тут думаешь сходить на парашют, на лыжи, на параплан. Вот оно, во дворе стоит. Они эти дешевые острые ощущения. Да, никто не ценит. Территориальные завоевания называется. Трава завоевывает стену. Ну, природа наступает на цивилизацию. Как... В старом асфальте бывает, что растения прорастают сквозь асфальт или корни. Вот в Чернобыле это видно, кстати, заметно. Ну, Чернобыльская АЭС, Припять, в том районе. Да. Так, что тут еще? Ты говорил про какую-то кляксу где-то? Выше? Да. Вот это что ли? Ну да. Очарование красотой называется. Есть идеи. Если хорошо просмотреться, то из кляксы можно выделить какую-нибудь фигуру. Ну это... Какое-нибудь животное. Ну это я как сегодня из вафельного полотенца там выделил такого монстрика. Вот. Это... Ну это просто все фантазия такая. Да, может расценено быть как искусство авангардизма или сюрреализма. Ну здесь, скорее, смотри, вот на паучка похоже такое существо, видишь? Вот это типа туловище, вот это конечность. Похоже. Или на деревья, гнездо посреди деревьев. Ну, не будем обращать внимание на вот это, на ноги. Да.
Ну что-то он здесь увидел, походу. Так. Что еще посмотрим-то? Тут, на самом художник. Деле, тут на самом деле очень много. Так. Всего интересного. Шелест пауза называется, инстаграмка. Пауза может шелестеть? Еще может шелестеть время. Что он идет? Как он подбирает слова картинкам, словосочетания. Очень хорошо у него получается. Я вообще не понимаю, что у него в голове творится, что происходит, но мне нравится его стиль. Спросить. Дружище, что у тебя происходит в голове? Может быть, он будет хорошо музыку сочинять, у него, может, картины какие-то будут, у него же творческая мысль развивается. Называется промах. Что это такое? Какое-то... Ограждение, чтобы не портили квартиру. Наверное. Промах. А вот, кстати, у него стоит на аватарке. Неосторожная ловкость. Так, надо как-то смотреть сверху, снизу. Висит крестик на шее. Крестик? А, ну, да. Кстати, я не сразу заметил, что вот это шея. Это он, это она. Он в последний момент, пытаясь пройти к ней, схватился за волосы и висит. Может... У него в руках что-то похожее на кинжал или меч. Поэтому там висеть опасно. Надо подумать. Он, конечно, очень ловкий, но это рискованное дело. Надо подумать еще над этой фотографией. Вот сегодня смотрели, кстати, такой вот. Впал в ступор. Видим. Залитое окно? Залитое окно, да. Ну, на собаку я в первую очередь обратил внимание, но на окна только потом. Собака в такой позе в ступор обычно не впадает. Если впадает, там она обычно лежа или, по крайней мере, сидя. Так ноги устанут впадать. Насчет окна, возможно, там что-то секретное хранится. Пароход закрыт. Ну, тут все понятно. Скрыт. Типа, наверное, имел в виду он. Автор. Пароход закрыт, и он его вскрыл. Это не проблема, когда у автора есть надежный и точный указательный палец. Да. А вот, кстати, очень классная инстаграмка. Называется «Смелые мечты». Видим бегущих людей со стрелкой вперед. Их ничто не останавливает. Их ничто не останавливает, они бегут. Просто какой-то столб упал, по-видимому, с указательным знаком. Или собирались монтировать. Ужасно злился. Похоже на то, что нету ничего святого, и на стоянке машин кто-то положил крест. Да, наверное. А ездить по кресту – это кощунство. Так, тут мы видим какого-то... Вот Шурик злился. Жирафика. Навел и снял. Вот называется просто навел и снял. Да. Кстати, очень классная игрушка. Такая веселая. И в красивой позе, наподобие стриптизерши. Ну и что, мы уже почти подходим к началу. Мы, конечно, не все посмотрели. Но тут смотреть, ну, наверное, часа два. Да, выделили наиболее интересный. Вот. Спокойно разместиться. Спокойно разместиться среди... какой-то там площади. Среди площади, на снежной куче. Потому что все стоят, им негде разместиться. А здесь вот, пожалуйста, куча. Можно посидеть. Ну, всеми удобствами. Пользователь буквально из неживого делает живое. Можно написать бесплатно гостиница. Да. Тут никак не подписал. Без комментариев. Да, без комментариев никак не подписал. Проход... огорожен мелкими заборчиками, оградами,
Чтобы уж точно не прошли туда. Да, чтобы наверняка никто не прошел. И никто не попал на работу. О-о-о. Интересно, а как он снял приподнятые кроссовки? Как он так? Идти шатаясь. Идти шатаясь называется. Что-то даже непонятно, вот, как он так, как у него так, как это вообще снято? Жестко и мучительно преодолевая все препятствия. Все барьеры. Да, барьеры и ловушки на своем пути. Да. Ну, идя твердым шагом к намеченной цели. Ну, я думаю, что можно посмотреть вот эту последнюю. Даже шатаясь. Последнюю инстаграм. Ползучий. Ползучий называется. Похоже на шнур, которым чистят водопровод. Да. Что-то такое просмотрели. Тут можете сами зайти на его аккаунт и посмотреть. И нужно принять некоторое количество каких-то веществ, чтобы все-таки понять, что он имел в виду и хотел передать. Вот. Ну, довольно-таки интересно все-таки. Советую все-таки посмотреть. По ним Пелевин может сочинять свои рассказы. Да. Ну, в общем, такие вот дела. Со мной был Женя. Всем спасибо за внимание. Да. И всем пока. Хорошего вам времяпрепровождения.